так называемые зубья. А в сухое время года там всегда прохладно и сыро. Эта большая нора помогает аллигатору выжить в засуху. Похоже на крокодилью нору. Но такими норами пользуются не только аллигаторы. Да, смотрите, видите, тут квартирант. Аллигаторы используют норы только зимой, они там сворачиваются клубочком и пережидают холода. Ну-ка посмотрим.